Hello, my friends, ladies and gentlemen. Вот смотрите, многие спрашивают, да, вот когда мы нагибаем голову, у женщин часто это бывает, развивается вот такой вот холмик, да, горбик, холка, ну там по-разному называют, да. Вот мы ее будем сейчас забивать, уже размяли, уже разгорячили, видите, гиперемия создалась, уже здесь кровообращение увеличено, да, можно еще дополнительно разбить. Вот такими вот аппаратными методами добавим сюда вибрации, прям туда вот в мышцы и в кости. Немножко в голову отдает, но потерпите, потерпите. Это бывает, это может быть. Зато очень хорошо сотрясает суставы и мышцы, связки, да, где они крепятся. И сейчас это вот уже ударная волновая техника, да, сейчас мы будем использовать пожестче удары. Пожестче, поглубже и поэффективнее, соответственно, да. Ну, лучше через тряпочку, чтобы не. Так вот сюда вот, чтобы не навредить. Чувствительно? Ну, голову дает, да? Да, руки так сложите. Ага. Так, не все, конечно, за один раз, но попробуем. Терпимо пока. Ой. Так, надевайтесь. Ну, вот чуть более пологий стал. Не будем сразу, нельзя сразу на 100% доводить до конца, да? Человеку надо прийти в себя. Мы лучше на следующий раз это отложим. Ну, видите, что он вот немножко вот сгладился, да? Все, руки опускайте. Голову назад. Посмотрим. Вот так вот. Угу. О. Ну как, задышала там у вас голова, шея, нос? Лучше, да? Да. Покажите нам лайки, а то многие люди не верят, сомневаются. Лучше, да. Надо идти. Надо идти и делать. С вами был Олег Лавгудин. С вас подписка.